самостоятельный банк Credit Royal Bank, который успешно с 1999 года по настоящее время работает, обслуживает все счета комбината и его дочерних предприятий. И насколько это возможно, так сказать, занимается также и инвестициями в комбинат, в реконструкцию, приобретение новой техники и много еще других полезных дел мы делаем для комбината и для работников комбината, потому что банк социально направленный, поэтому у нас для тех работников, которые получают зарплату через банк, достаточно разумные в нынешних рыночных условиях условия для получения кредитов, в отличие от того, что сегодня творят пришлые банки, которые как на нас рынок свалился в начале 90-х годов, так вот уже в середине первого десятилетия этого века свалились банковские услуги для населения, и народ оказался неподготовленный в части той, что его могут там попросту нахально обманывать. Да, свои банки ближе к телу, а свои налоговые органы чем дальше, тем лучше. НДС платите? Фиг вернете. Но в отдельном случае сэкономить реально можно. В последнее время существуют такие схемы по кредитованию, которые называются беспроцентными. На самом деле, естественно, все знают, где собака порыта, то есть проценты мы снимаем. Но идет возврат НДС. Грубо говоря, за период лизинга вы полностью себе возвращаете 18%, что по нормальной схеме и составляет банковские проценты. Грубо говоря, если вы берете какую-то либо машину, либо оборудование на год, на два, у вас получается беспроцентный заем. Беспроцентный. Опять же, еще идет экономия в налоге на прибыль. Срок рассмотрения заявки у нас действительно 2-3 дня. То есть, если вы пришли в понедельник, в среду, в четверг мы будем готовы заплатить деньги. Если вы сами поедете в банке, то срок рассмотрения вашего предложения может достигать 2-3 месяцев. Для некоторых банков даже это еще не срок. То есть клиенты будут ждать полгода, его каждый день будут кормить завтраками. Завтра, послезавтра. У нас такого нет. То есть мы, наша городская фирма, как говорится, родная, работаем от нашего любимого кредитного банка, который этим никогда не грешил. Мы, можно сказать, единственная в городе организация, которая действительно наша городская. То есть у нас рассмотрение заявки происходит здесь, на месте. Не надо отправлять документы никуда, ни в Челябинск, ни в Москву, что очень убыстряет срок рассмотрения.